Все руководство Минздрава в ожидании результатов теста на COVID-19. Сегодня сотрудники ведомства во главе с министром Биртановым сдали анализы на коронавирус. Все потому, что еще утром стало известно о заражении экс-вице-министра здравоохранения Камалджана Надырова. С сегодняшнего дня госслужащий должен был приступить к работе в качестве начальника управления общественного здравоохранения Алматы. Но вместо нового кабинета отправился в палату инфекционной больницы. О состоянии чиновника расскажет Динара Жанбатырова. Личный аккаунт социальной сети Камалджана Надырова буквально пестрит словами поддержки. Друзья, подписчики, коллеги желают ему скорейшего выздоровления. Новость о том, что у экс-вице-министра COVID-19 взбудоражила общественность. Но повода для беспокойства, как уверяет сам пациент, нет. К счастью, болезнь протекает в легкой форме. Больной об этом сообщил сам на своей личной странице в Фейсбуке. Даже не ожидал, что новость вызовет такой резонанс. Прочитал множество сообщений со словами поддержки. Это, конечно же, придает мне силы. Спасибо вам огромное. К счастью, болезнь протекает в относительно легкой форме. Наши врачи работают весьма самоотверженно, слаженно и профессионально. Видно, что за эти месяцы уже отточено мастерство, за что, конечно же, им низкий поклон. Они настоящие герои. Камалджан Надыров – один из тех, кто был на передовой еще до введения режима ЧП. Бывший вице-министр здравоохранения разрабатывал план борьбы с коронавирусом. Первый всегда предупреждал об опасности инфекции и просил казахстанцев строго соблюдать карантин. Сегодня Камалджан Надыров по обязанностям на посту начальника общественного здравоохранения в Алматы. По долгу своей службы Камалджан Талгатович находился на прошлой неделе в ряде регионов. Сегодня утром у него выявлен был положительный результат теста. В соответствии с утвержденным алгоритмом по расследованию случая выявленного случая с коронавирусной инфекцией, Камалджан Талгатович госпитализирован в инфекционный стационар города Нур-Султан. Ранее на своей личной странице Камалджан Надыров рассказал подписчикам, как съездил в командировку в Карагандинскую, Алматинскую и Жамбылскую области. Это видео с личного аккаунта. Здесь бывший зам Минздрава решает конфликт, связанный с массовым заражением алматинских врачей. После сдавал тест на COVID-19. Результат был отрицательным, рассказал чиновник в Фейсбуке. Симптомов нет, потому и выявить коварный вирус очень сложно. Теперь тесты на COVID пройдут все, кто контактировал с больным. Министерство самом находится глава ведомства Ильхан Амантаевич Биртанов и несколько сотрудников, но они разобщены по разным кабинетам. Ну, сегодня они все будут проходить тестирование. Министр тоже будет проходить тестирование. И все сотрудники, которые в здании Министерства здравоохранения. И результат анализов мы вам сообщим дополнительно. Лечиться госслужащий будет примерно 2-3 недели. После повторной сдачи анализа на коронавирус и только при отрицательном результате Надыров сможет приступить к своим обязанностям. Динара Жанбатырова, Нурлан Малгелдинов, Хабар 24.